Без декораций, костюмов, но с искоркой в глазах и пламенным сердцем артисты театра готовят очередную новогоднюю революцию. Сделать столичное шоу на подмосковных подмостках возможно. Это каждый год доказывает профессиональный коллектив заслуженной артистки России Натальи Бондаревой. В этот раз готовится представление с богатырским размахом. В этом году мы, как и каждый год, готовим елку. Елку головы Одинцовского района. Елка, я очень надеюсь, что будет красивое представление, мероприятие. Это будет очень достойным. Делаем это на основе русской сказки. Главный герой будет богатырь. Это все, что хотелось бы приоткрыть, такую кулису. В работе театра не бывает мелочей. Со сцены видна каждая деталь, особенно если речь идет о таком сложном жанре, как музыкальный спектакль. В прошлом году одинцовскому зрителю артисты представили постановку «Приключения Алисы в новогоднюю ночь». Здесь и ожившие игрушки, и волшебный лес, неожиданные испытания и часы добрых дел. О чувствах и любви, которые должно быть наполнено каждое дело, не перестает напоминать Наталья Бондарева. Ведь только так можно созидать детские спектакли. Искренние, добрые, настоящие и невероятно красивые. Одинцовская земля, она любимая, родная. И я очень надеюсь, что эта сказка будет хорошим подарком для каждого человека, который к нам придет. Этот необычный велосипед – авторская разработка создателей спектакля. Над предстоящей постановкой трудятся сценаристы, режиссеры, художники по костюмам, декорациям, композиторы, звукорежиссеры и балетная труппа. Руководителю муниципального театра пришлось проводить кастинг. Среди претендентов на участие в новогоднем спектакле главы Одинцовского района были даже артисты балета российских звезд. В этом году очень интересный балет. Причем ребята, когда мы приезжали на кастинги и смотрели балетные труппы и балетные труппы Филиппа Киркорова, то есть, да, и Московский мюзик-холл, и из Чикаго там, да, то есть вот такие удивительные ребята в этом году, и с ними очень интересно работать, и когда ты придумываешь спектакль, когда ты придумываешь образы, и потом ты видишь, что они правильно воплощаются на сцене, но это мощно, это душа ликует. Елка главы Одинцовского района пройдет на сцене спортивно-зрелищного комплекса. Запланировано 4 представления 28 и 29 декабря. Как всегда, на новогодний спектакль будут приглашены дети с особенностями развития, многодетные семьи и ребята из малообеспеченных семей. И хочется, чтобы действительно люди почувствовали себя в эти дни сказочно, чудесно, чтобы они наполнились надеждой, верой в лучшее будущее, объединяющее нас всех на этом позитиве, встретили Новый год. Как хочется, чтобы люди были в мире, в спокойствии, счастье. Задача организаторов – охватить максимально возможное количество юных жителей Одинцовского района. Ведь доброе и сказочное настроение, ожидание чуда и радости накануне самого волшебного праздника должны прийти в каждый дом. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».